jechał z Warszawy z Polszy, потому что ja popularyzuję w Polszu uzbeckie nasledzie przez 20, może nawet 35 lat, потому что mój pradziad, on żył w 19 wieku w Samarkandzie przez 20 lat, путешествовал по Бухарскому эмирате, фотографировал в этих временах. Он сделал 700 фотографий за своих путешествий по эмирате Бухары. Но он жил в Самарканде, и из его коллекции можно сказать, что zaczęłась historia muzea, historycznego muzea w Samarkandzie. No, u mnie jest tylko kolekcja fotografii mojego pradzieda, ja myślę, już to ich 300. To ja działam te wystawki po całej Polsce. No, w Warszawie tych było może 40 wystawek, ponieważ to ja na pierwszym ja myślałem, że może będzie lepiej działać wystawki w muzeum, no potem подумал, что лучше тоже в библиотеках, в библиотеке, в школе, в костеле. В Варшаве это было, думаю, 40 выставок, но дальше 100 по всей Польше. Я думаю, что я сделал много популяризации моего прадеда, но дальше по популяризации Самарканда, узбекского наследия, но я сделал много календарий, таких маленьких календарий, конфеты с фотографией моего прадеда, много были тоже закладки, три книги у меня, но много каталогов, фотографии были на спичках, на открытках, это все для популяризации. Это спички с фотографиями Леона Барщевского. Ага. Это медреса в месте Як Кабак, угу. Танцоры Бачи. Это один из жителей. По моих выступлениях в Узбекистане, о моем прадеде, много людей хотят выехать путешествовать по Узбекистану.